Оля, доброе утро. Вы были завтрак? Виноградик. Это почем уже ты купила? Вот ну, это подешевле. Ну, на 200 рублей. Ну, как, по 200. 200 килограмм, да? Ага. Ну, если оптом, там он 150 отдает, ну, мы на 500 рублей взяли. Ну, да, еще вкусный. Ну, да. Так, а вот я испекла еще яблочный пирог. Антохе сейчас в садик понесем, потому что сегодня же яблочный спас. Угу. Батюшка к ним придет. Кто тут сидит? Антошка? Мама, Афоня, мне кепку. Афонь, не надо кепку ему снимать, не надо. Афонечка, давай поедем, сыночек. Поехали? Поехали. Поехали. Понятно. Ну что, Антошек, мы тогда поехали, сыночек. Давай, расскажешь, как тут будет праздник. Хорошо, пирог я там на стол поставила. Понял? В группе. Ага. Ты руки помыл? Мама, я постирала мою кепку. Постирал даже твою кепку? Вот молодец, да? Афонь, давай поедем уже, давай. Ну, мама тогда поедет, хорошо? Ты тут в садике погуляешь? В садике погуляешь, да? Ну, пока. Ты хочешь тоже гитару? Ну, да. Он настроить же хочет. Да? Афонька, спой нам песню. На-на-на. Танцевать будешь? Серый, ты что там священное яблоко привез? Да, я весь мокрый. Да, нет, тебя обрызгали? Да. Давай, Серёг, так вы где были, в Титеровке? Нет, мы тут. В Мушастовке? Серёж, да. Давай. Заюнь, ты звонишь? Кому ты звонила? Маме? Давай, спасибо. Афонь, ты кому звонишь? Папе? Ну, боярышник весь, да. Андрюхе понравилась гитара. А? Кто? Чик-чик, ножнички? А где твои ножнички? Сережа, Зоя. Афоня, давай тебе руки мыть, умываться. Все грязные, чумазики мои, да? Заячка, скажи, пить. Пять. Пить? Пять. Пить, да. Афоня, скажи, пить. Пять. Давай я Зоечке дам, давай. Да. Зоечка, да? Да, она уже пьет со стаканчика, да? Да. Все? Давай руки мыть, Афоня, давай становись. Будешь домик строить, Афонькин матрас? Мам. Вывесила сушиться, он сегодня отписался. Мам. А, ты хочешь, чтобы я тоже строила? Да. А я сейчас варенички сварю, можно? Да. А ты пока машинки, Зоечки, давай, кубики. И гуляйте, хорошо? Будет что, домик? Да. Или машинка? Да. Собирал? Нашел лучу, да? Нет. Мишка, сходим сейчас? У меня тут на обед варятся варенички, вот уже готовые. Это с картошкой. Я обжариваю лучу, делаю, в общем, зажарку. Здесь еще один пакетик.
Еще мою вот сливу, алычу и, как это называется, боярышник вот на компот. Григорий насобирал. Буду сейчас еще делать салат с помидорами и с огурцами. Вот сейчас еще за помидорами пойду. Ребята гуляют в комнате. Что, у нас обед, Афонь? Варенички у нас, да? С салатиком. Ты будешь варенички с салатиком? Медик, яблочко. И да, сегодня же спас. Степаша же, это ж мам священное яблоко. А, медик тебе надо? Ты варенички покушай, потом медик, хорошо? Гришенька, давай, собирай. Еще вон там? Давай, давай. На папис, а то им секретный подарок. Вам будет... Они эти, разведыватели барашки. Так, но это просто купили. Гриша, Гриша. Нет. Ну да, он может утолить жажду, да? Мам, и голод, и жажду, да? Угу. Фонечка, ты проснулся? А ребята тут на скейтах, ты видишь? А Фоня сразу гитара. Мам, у меня... Не, ну надо же одной ногой встать. Надо же одной ногой встать, и другой же оттолкнуться. Да ладно, это сложно. Да? Ты думал, что это просто? Не, потом опять. Антошкой мы едем все, и бабуля с нами за Антосиком, да? Вся семья. Да. И неслухяные мальчики, да? Неслухяные? С рыбаки. Ну, тут и рыбачат, да, так иногда, смотри. Ага. Народ так есть. О, тут на ЧП прогрейдировали, да? Теперь хоть... Как будто здесь гравийка, да? Асфальт там и не пахнет. Ну, хоть так, знаешь, я бы хоть один готов бы... Объезжать так, да? Чё, Вова? Как дела? Вова? Где Вова? Скажи, Вова. Вова с бородой? Где у Вовы борода? Покажи. Колется? Коль-коль? Колется, да? Надо будет скоро к вам приехать, подстричься. Давай, вот видишь, Афанасий подстригся. Григорий тоже. Осталось Вову подстригать, да? Гриш, не нужно так делать, пожалуйста, сынок. Да, здесь? Все, машин нет, мы можем переходить, да? Расскажи, как это, как праздник-то прошел? Мама, Афоня за рулем. Афоня за рулем, это потому что, чтобы он не плакал, понимаешь? И он за рулем. Да он просто сейчас посидит и сядет в кресло. Сонька! Антошка, ну рассказывай, как там батюшка? Что рассказывал? Яблоки кушали? Только чуть-чуть побыл. Побыл? Чуть-чуть? Так вы песенки там спели, да? Или как? Ты с кем танцевал? С тем мальчиком. А почему? Он мне достал. А, он тебе достал? Да. Ну а это, сыночек, а святой водой вас брызгал батюшка? Нет. Он только... Угощение. Да? А, только угощение побрызгал? Да. А что же такое яблочный спас? Это значит, какие угощения? Вот что из яблока. Угу. Ты что приносил? Пивок яблочный. А ты его вообще пробовал? Да. Ну и какого он вкуса? Весни.
Какой яблочный пирог со вкусом вишни? Да. Не может быть. Я посыл на лосы. Да. Манесто, где мальчик? Давай. Так, у ребят сейчас перекус мороженое, да? Мама. Вкусное? А потом мне, да, спавать? Мама. Угу. А потом можно? Что? Чайку. Ну, когда вы все съедите. Я мороженка. Ну, я что-то чуть-чуть, а он уже... Ну, ты, значит, включаешь. Давайте договоримся так, чтобы ссор по поводу телевизора не было. Хорошо? Если вы не можете договариваться, значит, мы его выключаем. Договорились? Ага. Я отвечаю. Так что договариваться. Не, Афоня, я в тарелку отвечаю. Мороженое. Мороженое в тарелку. Я отвечаю. Ну что, у нас уже вечер, уже, наверное, часов... Ага, 8:15. Я сейчас тут параллельно убираю под навесом. У меня тут варится компот, чтобы закатать две банки. Мне еще укусила сапа. Смотрите, какая у меня пухшая рука. Вообще, я не знаю. Видно просто, но вот это видно все. Видите, и косточки. У меня такие, как прожилки все. А вот это вот вообще гладкое абсолютно. Я, конечно, очень вздулась. И даже вот сюда вот наполовину уже до локтя пошла опухоль. Не знаю, или выпить от аллергии. Может быть, ну прям... неприятно мне то, что она пухла. Вообще укусила, просто я шла вот здесь вот под виноградом, и она просто летела, видно, мы с ней врезались, она мне укусила в руку и полетела дальше. Сейчас пойду еще сижу, не покормлю, он только что приехал, и добирать надо под навесом. Еще намыла помидоров, чтобы томат перекипятить, а завтра его уже протереть через сито. В общем, так что буду их тоже, сейчас закатаю компот, потом еще компот попереливаю по баночкам, и потом еще перекипячу томат. В общем, куча планов, когда я все успею, до 12, наверное, буду все это делать. Ну, куда деваться, надо делать, потому что завтра мы едем в Кураж, в общем, в Титеровку, родни день рождения, там сняли беседку они, а там же день рождения, где была Аня Фастова, если помните, в прошлом году. Видео за 26 июля, но я не помню, это был день в день мы ее, ну, по-моему, да, день в день, 26 мы и отмечали его. В общем, так вот сейчас пойду гляну, что там Сержуня с детьми делает, они там, по-моему, убирали в комнатах. Победил. Ты хочешь рисовать? Ну пойди у Гриши листик попроси. А, кстати, я знаю где.